Бретели лапша с узелком. Как их сделать? Узелок представляет из себя рулик длиной 6 см. Отрезок сворачиваем в кольцо и ручными стежками сшиваем вместе. Сшить на машинке будет очень трудно, поэтому пользуемся ниткой и иголкой. Концы узелка соединяю в стык и сшиваю сначала с одной стороны, потом разворачиваю и сшиваю с другой стороны. Заранее заготовленную бретельку спагетти вдеваю в петельку, которая пришита к полочке, выравниваю концы. И чтобы бретелька не смещалась, я прихватываю на машинке несколькими стежками где-то в 2-3 сантиметров от петельки. Узелок на бретельках должен быть дважды перекрученным. Как этого добиться? Сначала один конец бретельки вдеваю в узелок, обвиваю и второй раз вдеваю. И затем то же самое делаю со вторым концом бретельки. А потянув узелок вниз, он автоматически станет перекрученным два раза. Достаточно будет выровнять, спрятать шов сзади, и все готово. Узелок этот, конечно, несет декоративный характер и придает изюминку изделию. Подписывайтесь на канал Ульяна Шьет, ставьте лайки. Всем пока-пока!